Вітаю. В ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні лікар-психіатр-нарколог Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я Сергій Горанський. Сергій Олександрович, вітаю вас. Добрий день. І саме у жовтні ми маємо у календарі декілька дат, присвячених протидії насильству у родині. І, на жаль, статистика дуже часто свідчить про те, що такі явища, вони пов'язані із прийняттям алкоголю чи наркотиків. І ось дійсно з вашого боку, наскільки часто люди, які мають проблему з алкоголем, дійсно вони агресивні та мають такі, ну, загрозу для свого оточення? Ну, якщо ми говоримо вже о такому явленні, як психічному розстройстві, которое в обиходе называют алкоголизмом, а на самом деле это, как я уже говорил, психичное расстройство, то, естественно, одним из проявлений уже тяжелого психического расстройства, в зависимости от какого-то вещества, алкоголя, другого вещества, естественно, идет изменение поведения. Плюс, естественно, идет изменение картины опьянения, которая у традиционно, допустим, если это говорить про алкоголь, у условно здорового человека, он его выпивает для того, чтобы получить психологический комфорт, расслабиться, чувствуется лучше, у больного человека начинается опьянение патологическое, оно изменяет свои формы и именно характеризуется агрессией, агрессией неконтролируемой и агрессивным поведением. То есть это один из критериев, благодаря которому можно отличить человека, ну, условно, не то что здорового, а условно, у которого уже серьезные проблемы с алкоголем, и человека, у которого проблем с алкоголем серьезных. Тобто все може розпочинатися так дуже гарно, на святах, для гарного настрою і так далі, а потім може з'являтися ця агресія, ну, вона не... Один із критеріїв переходу, як називаємо по старій класифікації, як у нас розпочинено, бытового п'янства, уже в какую-либо стадию хронического алкоголизма по-старому, а именно зависимость от алкоголя, это есть изменение поведения и изменение характера опьянения. То есть агрессия соответствующее, изменение действия алкоголя, когда человек становится именно агрессивным, возбужденным, а не благодушным, расслабленным, сонным. Это есть проявление того, что у человека уже не просто бытовое употребление алкоголя благодаря традиционным, ситуационным, праздничным поводом, а именно это уже проблема, болезнь. Ну, тобто, коли ось говорять там, ось, да він взагалі-то гарний чоловік, але, ну, ось трохи випив там, і ось цим виправдовують ось цю агресію. Чи можна виправдовувати алкоголем, чи все ж таки, ну, тут... У нас, к сожалению, опять же, благодаря нашему обществу и сильно распространенным традициям обильного употребления спиртных напитков, поначалу к человеку, который злоупотребляет, если он человек хороший, отношение весьма благодушное. Ну, пришел человек на работу, еле пришел, сидит это там, чай пьет зеленый, сам зеленый, как этот чай. Говорят, ну, там, ну, после вчерашнего, там, ну, вот не надо трогать, хороший мальчик, там, ну, с кем не бывает. И это продолжается до тех пор, пока та чаша его асоциального поведения, неприятностей, которые он доставляет окружающим, переполняется, и на чего начинают уже смотреть по-другому. Но на самом-то деле, ну, оправдывать его можно долго, год, два, три. И только потом, когда он уже всех, и когда уже его поведение не только асоциальное, но еще и с мелкими административными крупными нарушениями, хулиганство, асоциальное поведение, агрессия, тогда уже все говорят, ну вот, это уже оправдать нельзя. На самом деле, долго оправдывают. Тобто дуже треба все ж таки раніше бачити цю проблему, а ось хто її може, ну, ми ж розуміємо, що людина, сама людина, вона не бачить в цьому взагалі проблеми, якщо навіть оточення не бачить проблеми. Не бачить. Ну, що ж, як у нас, хто такий у нас чоловік, у якого проблеми з алкоголем? Це звичайно, якийсь там в ображенні зразу рисується товариш, определеної внешності, з определеним запахом, возле альфатора, збираючи пусті бутилки. А якщо чоловік займає определену должність, він неплохо заробляє, большую часть времени даже замечательно выглядит, то какие же у него проблемы могут быть с алкоголем? Он говорит, ну я же не алкоголик. А ось, на жаль, за закритими дверима, і я знаю, що, ну, є такі явища саме серед людей, ну, доволі високого статусу, високого достатку, що це люди, які вони зовнішні, це гарно, соціально адаптована людина, а ось що там у родині. І, на жаль, це не виноситься. І можуть страждати і дружина, і діти. Як ви знаєте, як це буває, так? Це буває сплошь і рядом, тому що
Ну, во-первых, вообще тема насилия в семье и бытового насилия, это обычно очень тема, может быть, не связана абсолютно с психоактивными веществами, угу. потому что человек на работе ведущий себя одним образом, но позволяющий себе снимать напряжение различными степенями насилия по отношению к своим близким, только потому что он прекрасно понимает, что они, либо от него зависят, либо он считает, что это его право. И самое главное, что он знает, и очень твердо уверен, что никаких последствий, никаких не будет. И он позволяет себе таким варварским, примитивным, преступным образом повышать свой эмоциональный комфорт. Потому что одна из больших проблем нашего общества сейчас, что люди абсолютно в трудную минуту не умеют достигать какого-либо минимального эмоционального комфорта, не прибегая ни к алкоголю, ни к каким-то другим психоактивным веществам, либо к такому асоциальному поведению. Это на самом деле большая проблема, это сложно. Объяснить человеку, что вот есть такие методики, есть того. Люди очень, на самом деле, много чему радуются у нас тоже. То есть увидеть... Но они не знают про це. Они не знают, потому что, у нас люди, общество становится потребителей, общество людей, которые хотят только чего, что у них в данный момент нету, и гонятся именно и ценят только то, что у них еще нет, либо то, что у них отняли. Никто не хочет ценить то, что у него есть здесь и сейчас. Потому что там, встретить человек, который придет и скажет с утра, я шел по улице, замечательная погода, вот осень золотая, солнышко свистило, потом это, я такой счастливый из-за этого. Скажут, что точно, с психикой не все в порядке. Жаль, а люди приходят и говорят, у меня этого нет, это отобрали, катастрофа, все, собственно говоря, пойду напьюсь. Ми розуміємо, що страждають не тільки людина, страждають усі оточуючі. А як зараз сьогодні, примусового лікування в нас немає? Ні, у нас є принудительні міри медицинського характеру тільки по рішенню суду. Тобто, якщо вже людина зробила якийсь злочин? Якщо людина... совершил даже не то, что преступление, если признается, что этот человек, сначала это идет, естественно, экспертная оценка со стороны медиков квалифицированных, если касается психического расстройства, то именно психиатров, после обследования, что человек своими действиями может нанести себе либо окружающим вред, и в настоящий момент состояние его таково, что это продолжается, и он нуждается в лечении, то только по решению суда к нему могут быть применены меры определенные, ограниченные, принудительного характера. Допустим, госпитализация. Но на практике, мне кажется, что это не бывает превентивно. То есть это бывает лишь тогда, когда человек уже что-то сделал. Любые принудительные меры, они как раз таки именно после того, как. Потому как у нас сейчас есть не то, что даже это... В Уголовном кодексе презумпция невиновности. То есть, если человек больной, и его проявление, его болезни, именно поведение, которое другим кажется неправильным, асоциальным, агрессивным, то к нему медицина относится достаточно лояльно. То есть, если это проявление поведения, которое не ведет за собой в конкретный данный момент непосредственные угрозы, то, естественно, никто принудительно, без его согласия, тем более, если он не является человеком, который находится под опекой, полностью считается, что отвечает за свидетельство, никто не может к нему методы принудительного лечения применять. Только решение суда. Еще одно питання, це все ж таки, яким чином близькі мають реагувати. Збоку воно видніше, що все ж таки людина має проблему. Людина про те, що це проблема, обізнається вже дуже пізно, а близькі можуть побачити це раніше. Вони це і бачать практично. Що вони можуть зробити? На жаль, ми маємо багато прикладів. Люди бачать, що проблема, вони намагаються щось сказати цій людині, а нічого не виходить. Чому? Вони повинні знать, что сказать, они иногда это не знают. Они просто его ругают. Это не помогает. Знаете как? Если человек заболел какой-то болезнью, можно ругать его, можно не ругать. Понимаете, если мы говорим, что злоупотребление спиртным, это психическое расстройство, ругайте вы психическое расстройство, не ругайте. То есть мы признаем, это называется психообразование. То есть если человек хочет разобраться, он должен прийти на прием к специалисту. Если семейный доктор в этом разбирается, слава богу. Но лучше, конечно, к психиатру, по-старому называли наркологи, психиатр-аддиктолог, то есть который может ему просто рассказать, объяснить, расспросить. И человек может просто открыться глаза на эту проблему. Потому что очень многие сами пытаются это все для себя в душе закрыть, потому что их устраивает, что ходит на работу, ходит, деньги приносит, не бьет, хорошо.
Понимаете, как все. А то, что уже когда они с ним познакомились, человек на выходных любил расслабиться, ну, вот вроде как не смущало. Здоровый мужчина, выпить может хорошо. Выпить может много, при этом не пьянеет. Угу. То есть это уже повод задуматься. Но у нас кто будет об этом задумываться на самом деле? Задумывается-то, когда начинается уже действительно насилие в семье, проблема на работе, опять же, невозможность уже жизни с таким Але человеком. Але які мають бути ці перші слова, коли оточуючи, ну, все ж таки мають сказати цій людині, що ну, тобі треба до лікаря? Давайте не будем говорить про лекаря сразу. Ну, не до лекаря, до... Они должны сами для себя. То есть, в первую очередь, если человеку плохо, в данном случае мы рассмотрим как. Вот человек употребляет спиртное, ему плохо от спиртного. Да. Человек живет с человеком, который злоупотребляет. Его проблема со зависимостью. Он живет с больным психически человеком. То есть, ему надо помочь. Этого человека надо, он должен прийти к специалисту. Иногда, извините меня, людям, которые живут... То есть, не алкоголика треба лікувати, а... В первую очередь, надо оказать помощь человеку, который хочет оказать помощь алкоголику. Потому что ему оказывать, ему с ней жить. Иногда тут надо подключать и психофармакологию, потому что у человека как раз хроническая реакция на стресс, пониженное настроение, надо подключать специальные медикаменты, ему помощь оказать, психолога, а потом уже вместе с ним определить, как же можно подойти к этой проблеме. Главное, в первую очередь, он действительно готов этой проблемой заниматься, потому что иногда объяснишь ему степень ответственности, иногда, что в принципе это болезнь, сразу говорю. Что вам разом зависимость, если у человека есть уже, допустим, по старой классификации хронический алкоголизм, вторая стадия, алкоголизм нельзя вылечить. Человека-алкоголика нельзя вылечить. Можно сделать так, что он никогда не будет употреблять спиртное. Но этот человек все равно будет с определенными физиологическими, характерологическими, психологическими особенностями. И оточуючи мають бути для на це готові. Да, и обижаться, и вести себя иногда так с человеком, понимая, что это проявление его болезни. Потому что, ну опять же, ну можно, допустим, ну допустим, вы что же понимаете, заболел ребенок, у него температура, он капризный, он требует, чтобы к нему бегали там по 15 минут, он вспотел, это, можно на него злиться за это? Ну можно даже злиться и сказать, да сколько можно уже, это поможет? Ну, не поможет. Так же и здесь, если человек будет вести себя в первую очередь с ним правильно, понимать, что проявление его поведения, если есть проявление болезни, и они для него, ну естественно, если бы вел себя по-другому, болезни бы не было. Плюс... научиться с этим справляться и, опять же, научить слова, как человеку обратиться к специалисту. То есть не то, что ты там алкаш, пошли, тебя надо там закодировать. Нет, это самое. Вот, там, совсем плохо себя чувствуешь, плохо чувствуешь. Давление плохое. И надо тебе и обследование сделать, и с психологом пообщаться, и все. То есть больной зависимый, он иногда как ребенок на самом деле. То есть и внушаем очень сильно. Если сказать ему правильные слова, он сам пойдет, пообщается. Только не надо говорить, что мы сейчас пойдем тебе к доктору, там вот, он тебе там ампулу вошьет, все, ты больше никогда пить не будешь. Ну, Це не метод. А это работает метод такой, когда уже женщина нам говорит, дорогая, все, или ты идешь лечиться, или я тебя ухожу. Ну, в 50% случаев это срабатывает. В 50% случаев говорит, ну и иди. Ну, тобто, дійсно, проблема велика, і мені здається, вона дійсно дуже багато залежить від освіти людей, які мають бути обізнані. Психообразование з дитячого віку, тому що, ще раз говорю, наша традиція употребления психоактивних веществ, починає з сигарет, алкоголя і чим-то ще, вона дуже серйозна і веде вона свій путь ще з самого дитинства. Я привожу пример, що діти бачать, як отримують удовольствие від життя взрослі. Причем видят это с очень раннего возраста, как ни прискорбно. И они понимают, что этот стиль поведения иногда навязывается, что праздник, хорошее проведение, веселое времяпровождение с друзьями, это спиртное, это сейчас очень новомодный кальян. Когда говоришь, боже, что... Звон бокалев. Понимаете, то есть вот... А потом ребенок, естественно, пытается к этому тянуться неосознанно, уже с раннего возраста. То есть он хочет пробовать алкоголь, он хочет приобщиться к этому празднику жизни. Ну вот же, они так сидят, им так хорошо, а он не понимает, что, собственно-то говоря. Но я сейчас скажу кощунственную вещь, что, в принципе, ну, пускай со мной кто-то не соглашается, здоровому человеку в психическом плане, психологическом, в принципе, вообще употребление спиртных напитков, ну, никак не нужно. Это все наносное. Просто люди настолько с раннего возраста вовлекаются в это, что представить себе какой-нибудь праздник, торжество без употребления психоактивного вещества. Ну как же можно расслабиться, отдохнуть без этого? Как? Оказывается, в принципе, это можно.
Ну, человека всю жизнь учат с подросткового возраста, что не, не можно. Нельзя. Он говорит, да нет, можно, да нет, нельзя. Ну, что это же действительно проблема всесвітнього масштабу. Я дякую вам за ваше роз'яснення. Мені здається, вони дійсно важливі, бо тоді і суспільство знає, що щось не так. Я нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був лікар-психіатр-нарколог Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я Сергій Горанський.